Ты будешь спать сегодня, а? Что такое? Ух ты! Первые секунды дома! Первые секунды дома, да? Суперактивный маленький организм! Ух ты! Так, так, дай мне куртку снять-то. Ох ты, привет, привет. Привет, привет. Еле доехали. Тебе лампочки надо зажигать с такой энергией, да? О, как будто всегда здесь была. Ничего не боится, не робеет. Ох ты. Ну, привет. Первые минуты сна в новом доме. Очень мило уснул в ногах. Прям хоть не шевелись. Вкусно? Вот Элли, как ей понравилась ее новая подстилка. Красота, да? Нравится? Ты ее всю не съешь. Ты хочешь съесть свою подстилку, а? Маленький троглодит, ты хочешь съесть свою подстилку? Свое одеяло хочешь съесть, да? Ох, веселье-то какое! Ты будешь спать сегодня, а? Электровеник, ты собираешься спать? Так получилось, что щенок ко мне приехал раньше, чем я планировал, и игрушки, которые я заказывал на AliExpress, не успели еще дойти. Заказал на Озоне, но их тоже нужно чуть-чуть подождать. А троглодит уже надо что-то грызть. Грызет мои тапки. И я решил, что пока не пришли игрушки, я сделаю что-нибудь своими руками. Короче, взял, разрезал полотенце из Икеи. Вот так вот его сплел, и сейчас у меня будет отличная игрушка-канатик. С точки зрения эстетики получилась какая-то дикая хрень, но главное же функционал, надо проверить, как работает. Так, мелочь, ты опять спишь? Элли, Элли, будешь спать? Играть будешь? Будешь играть? Так. Так, так, так. Вот движуха. Ну вот и хорошо. Играйся. Такие вот у нас веселые первые 24 часа. Ночью был бунт. Не хотела спать одна. Пришлось открыть дверь в комнату, чтобы она смогла зайти. Чуть-чуть успокоилась. Ну, пока маленькая, конечно, должна привыкнуть. Ну, в общем, в целом, мне кажется, ей все нравится на новом месте. Аппетит замечательный. Бегает, резвится, играет.